Ну, смотри, на самом деле информации практически нет. Единственное, что я его покупал в Москве лет 10 назад. Единственное, что я про него знаю, что делал человек в селе Большие Каменщики. Делал 25 лет. Я допускаю, потому что здесь тысячи деталей, просто тысячи. Вот. Это все пропильное. Представь себе, вот это вот он каждую хоругвь делал. Видишь? Из консервных крышек? Ну вот смотри, они же еще, видишь, у него все. Нет, это не консервное, это что-то другое. Но хоругви, они еще, видишь, с подставными палочками, чтобы их нести могли три человека. Там целый алтарь. Там царские врата вот эти открываются. Там жертвенник внутри. Вот, мало того, посмотри, здесь местный ряд иконостаса. Вверху, вверху небо видно. Вот я тебе сейчас выключу свет. Сюда засунь, посмотри, там небо. Руку засовывай туда уж. Вот. Видно там или включить свет? Да, видно. Да. Вот. Атмосфера, как в нормальном храме, все такая же обстановка. А, смотри, там все на детали, чтобы это... Это у меня кусочек отпал. Все время нас ни, чтобы ничего ниоткуда не отпало. Вот. Делал 25 лет, потом занимался, корабли изготавливал. В музее, говорят, там есть корабли. Видишь, как чеканочка. Ну, как мог, так старался человек. Все у него с подручными материалами, он паникодил, там у него гильзы, использованные гильзы разных калибров. Точно. Колокола, видишь? О, настоящие. Какие нежные колокола. Вот, все. Делали его наши парни, его в Быньгах восстанавливали. Вот 14 месяцев. 14 месяцев они его делали. Он изначально изготавливался без покраски, то есть он как деревянный делался. Тут еще куча всего, еще его долго можно делать. Смотри, интересно, даже отсюда вот он. Пропильная, видишь? Резьба такая. Вспышки нету? Нет, а это съемка же. То есть он старался как мог человек в меру своих возможностей. Но он его не доделал. Вон ушли, он с Нижегородчины происходит. Не, он его доделал, что мог, доделал. Вот. Тысячи и тысячи деталей. Ну вот смотри, Марин, вот видишь, из консервных банок весь купол сделан. Вот у него какие были подручные материалы. Тестовое дело. Ну так вызывает уважение огромное эта работа. А вон отсюда еще, смотри, отсюда же можно снимать тоже. Видно тебя? Сейчас. А ты его по кругу еще обойди. Да я его еще фотографирую. Ты его не отфотографируешь, потому что он у тебя на шее висит. И ты поэтому сама тянешься. Нет, я же сейчас снимаю, потом я еще буду фотографии делать.